Я не жирная. Ой! Ай! Капец! Бом, не хватит избивать рыжую соплю. Ему все равно не больно. Что значит не больно? Еще как больно. Ладно, ладно, больше не будем вспоминать тот некрасивый эпизод. И вообще, это текст, что я тогда такой сделал. Да я ж не знал. О, Ми, ну прости, правда. Ладно, проехали. Просто никогда больше не делайте так. Бублик мачо, бублик мачо. Цыпочки по мне все плачут. Рыжий волк крови хозячек. Мистер Бубл супер мачо. Гопца-дрыса-гопца-ца, меня зовут Мистер Бубл, и я второй в России хаски-видеоблогер. Если вы впервые на моем канале, то знайте, что никаких няшных собачек вы здесь не увидите. Мы не няши, а грозные волки. Так что если вы не подпишетесь на мой канал, то я приду к вам ночью вместе с моим папасей-бандитом, и мы укусим вас за бочок. Все, с сегодняшнего дня я выдаю корм Сириус только за деньги. Это произвол! Это подлое коварство! Это вопиющееся негодяйство! Можете тут устраивать пикеты и демонстрации, но я буду непреклонен. Неужели ты бедненькому старенькому отцу не дашь немножечко премиум корма Сириус? Ну совсем чуть-чуть, горсточку, мне много не надо. Дам, конечно, но за деньги, бесплатно не дам. Капец! Бублик стал жареной говядиной! А ничего, что мы все на корм скидываемся? Почему мы еще раз должны платить? Да, это уже беспредел. Так поступать с королевскими псами нельзя. Вот вы же хотите его покушать, он же вкусненький и полезненький. Что за вопрос, рыжая сопля? Конечно хотим, а ты хочешь с нас за это денег содрать? Мы отдали свои кровно заработанные денежки, а рэкетир Бублик отжал у нас корм и заставляет еще раз его покупать. Мы будем жаловаться в Кражачью организацию объединенных наций. Нет такой организации, платите давайте. Парни, может откусим ему ухи, а то он вообще невменяемый. А вот это не надо делать, хосячьи ухи это мое богатство. Ладно, так и быть, разрешаю вам есть наш вкусненький корм Сириус бесплатно. Бублинцы, вот скажи честно, это был пранк? Ну конечно, я бы еще немножко повыделывался, а потом все равно бы отдал вам мешок с кормом. Бандюган, вовремя ты его напугал ушами. А я, если честно, поверил и думал, что уже больше никогда не попробую нашу мясную вкуснятину. Бублик, никогда так больше не шути. Ой, ладно, чё вы шуток не понимаете? И ничего я не испугался за свои ухи, кстати. Мне просто совсем немножечко стало страшно за них. Ну вот, совсем капельку. Ага, так мы тебе и поверили. Ну что теперь, давайте проверим, много ли комментов написали наши коржата под моим вчерашним роликом. Да, мы просили их написать фразу «виртуальные очки», для того, чтобы мы смогли наколдовать себе еще 3 пары очков и отправиться в мир цифрового цирка, чтобы спасти Помни. Хосята, если вы не видели ролики Кекса и Коржика, я вкратце расскажу, что произошло. Короче, мы всей толпой посмотрели этот новый мультик «Удивительный цифровой цирк», и нам стало очень жалко Помни, которая ничего не помнит. Папася хотящей магии вытащил ее сюда, но она продолжила оставаться в теле клона мультяшки. И тогда Кекс решил ее превратить в обычную человечку, но это только сделало все хуже. Маргис, Маргис, Помни в человечиху, превращай бис! Что вы со мной сделали? Я стала огромной! Я вас не просила ничего со мной делать! Что вы натворили? Мы поняли, что настоящая Помни сейчас где-то лежит со шлемом виртуальной реальности на башке, а ее сознание полностью в удивительном цифровом цирке. Мы вытащили оттуда ее аватар, и поэтому она не стала человеком. Пришлось отправлять ее обратно. Хасямба, масямба, тетку Помни в маленькую Помни превращамба и обратно в виртуальную реальность отправлямба. Да вы офигели! Так кто-нибудь заметил, она успела снова стать маленькой Помни? Походу нет, она исчезла здоровой и пухлой. И тогда мы решили, что нам самим нужно отправиться в удивительный цифровой цирк, чтобы сломать его к хосячьей бабушке. Кекс где-то надыбал программу для создания аватаров для этого мира, и мы выбрали себе образы. Ну, как выбрали? Взяли то, что нам подсунула эта дурацкая программа. А ничего так, брутальный робопёс получился. И колесики не отваливаются. Ладно, раз выбора все равно нет, буду в этом аватаре. Ого, крутяк, я буду уметь скользить назад, как Майкл Джексон. А, то есть в твоем представлении именно так выглядит лунная походка, да? Капец, чё это? Ну как чё, если раньше была собака из сопли, то теперь это просто огромная рыжая сопля. Жесть! Я что, буду в цифровом цирке вот этой непонятной массой с глазками? Что у меня на груди? Да что за фигня там выросла? Похоже на джуджунчики. Полагаю, что это просто две волосатые сосиски, которые почему-то выросли у тебя на груди. Это ужасно! Почему две? Почему не волосатые? Какой позор! Предлагаю отныне называть Коржика не Коржулей, а Кринжулей. Ну-ка, анимируем это чудо! Смотри!
Смотрите, сосиски с груди исчезли. Ты там будешь просто волосатой сосиской, брателла. И теперь нам предстоит наколдовать еще 3 пары виртуальных очков, потому что у нас они одни. Для этого мы попросили наших вкусненьких подписчиков написать в комментах фразу «виртуальные очки». Офигеть, Коржата! Вы молодцы, теперь у нас точно все получится. Вы капитальные красавчики и красавицы, Косята. Всегда говорил, что вы у нас самые вкусненькие. Ну что, приступим? Итак, кладем очки и с помощью нашей магии и магии подписчиков размножим их. Хасямба-масямба, еще 3 виртуальных очков создавамба! Юху! Ну все, держись, удивительный цифровой цирк. Великий король Корк III идет навести там порядок. Ждите черного лиса, мультяшные чудовища! Вам всем капец, мы спасем тебя, помни! Погнали, парни! Да блин, я все-таки думал, что мне достанется другой аватар, а не тот, который мне подсунула программа Кекса. Я ж говорил, эта прога работает, так что смирись, публик, ты здесь будешь большой рыжей соплей. А ты горелой сарделькой с хвостом. Итак, мы в мире удивительного цифрового цирка. Я, как и ожидалось, в виде ухолапого старого собака-робота. А вы гляньте на нашего паука величества. Да, это капец. Кекс, ты же говорил, что волосатые сосиски с моей груди здесь исчезнут. А они не исчезли. Ну как не исчезли? Смотри, они у тебя мозаикой закрыты. В этом мире же действует цензура. Да это еще хуже. Как будто у меня на груди что-то неприличное. Капец, какой позор. Коржатина, не расстраивайся. Самый стрёмный здесь я. И ничего, даже удобно. Очень мягенько лежать на полу. И чё? И где все? Почему нас не встречают с оркестром, как освободителей? Ну, может, они испугались нас и где-то прячутся. А что, если мы опоздали, и то черное глич-чудовище всех тут слопало? Да ну, я не верю. Нам нужно все тут изучить. И для начала найти помни. Нам же надо ее из толстой человечки тетки сделать нормальную, такую, какой она попала в этот мир. Спасибо, не надо, я уже сама справилась. Ура! Помни, привет! Выходит, у меня все получилось, это снова стало маленьким клоуном. А вот и дулечки-пердулечки. Меня от ваших выпуклостей вылечил Кейн. А, это вот тот чудик с глазами и челюстью. Жуткий тип. А, кстати, где он? И все остальные? Этого твоего Кейна надо поймать и допросить. Походу, он знает ответы на все вопросы. Я думаю, что он местный искусственный интеллект, который следит тут за порядком. Куда он свалил? Да я не знаю. Я когда снова появилась здесь в образе огромной жирной тетки, он просто меня вылечил и куда-то умотал. Кстати, зря он это сделал. Ты прям ничего такая, мадам, была. Бублик, кажется, ты зря сейчас это сказал. Я не жирная. Ой! Ай! Капец! Помни, хватит избивать рыжую соплю. Ему все равно не больно. Что значит не больно? Еще как больно. Ладно, ладно, больше не будем вспоминать тот некрасивый эпизод. И вообще, это Кекс тебя тогда такой сделал. Да я ж не знал. Помни, ну прости, правда. Ладно, проехали. Просто никогда больше не делайте так. Так ты не знаешь, куда делся этот Кейн? И, кстати, где остальные? В мультике тут еще куча народу была. Ну, рогата у себя в комнате, насколько я знаю. Королер, Зубл и Генгл выполняют очередное дурацкое задание Кейна где-то на улице. Так получается, сейчас в самом цирке только мы и рогата? А где этот заяц странный? Как там его зовут? Его зовут Джекс. Он вообще странный, и я тоже не знаю, где он. Короче, парни, пока этого Кейна здесь нет, пойдемте поговорим с рогатой. Возможно, она что-то знает об этом мире. Просто до сих пор еще ничего не рассказала об этом, помни. Да, чем больше у нас будет информации об этом мире, тем лучше. А что, это идея. Помни, покажешь, где тут у вас ваши комнаты? Они наверху, пошли покажу. Отлично, эти вонючие псы наконец-то здесь появились. Надо срочно об этом рассказать Кейну. Хасята, если вы хотите увидеть продолжение, срочно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, и жмякните колокольчик. Как вы думаете, что на самом деле происходит в этом цифровом цирке? Пишите в комментариях. А сейчас ваша любимая рубрика «Подписчики рулят». Папася, пенсия. Бублик, не ори мне в ухо, чё хотел? А почему я рыжий? Потому что ты лиса. Стоп, если я лиса, то Терри на самом деле не моя мама? Капец! Папа-пася, а ты, папая? Что надо, булочка с маком? Скажи фонтан. Ладно, фонтан. Твои трусы вон там. Где? У тебя нет трусов, пенсия. А, точно. Папася, отец, старая карга. Ну чего? Ты цыпочка? Нет, почему? Ты откликнулся на старая карга. Капец! Папа-пася, отец. Что тебе? А травы у нас зеленые какашки? Ну да. Значит, от снега у нас будут белые какашки? Ну, получается так. Капец! Папа-пася, отец. Чего тебе рыжая сопля? А кто такие зайцы? Ну! Что, ну, не тяни, отец. Ну, в общем, это серое животное с большими ушами. Ты серый, у тебя большие уши, а это значит ты... Что я?
Ты заяц? Капец! А мы волки, да? Ну да. А что делают волки с зайцами? Ну это всем известно, волки жрут зайцев. А я волк, да? Ну да. А ты заяц, да? Ну да. Если я волк, а ты заяц, то я могу тебя сожрать? Капец! Ням-ням-ням-ням-ням-ням. А, спасите, помогите, на меня напали рыжие волки. Пап-пап-папася, пенсия. Чё тебе надо, рыжая сопля? А почему мы волки, а не человеки? Потому что мы такими родились. А почему мы такими родились? Потому что мы не человеки. Капец!